Сегодня, так, 27 мая, мой первый выход в лес в этом году. Ну, такой еще снег лежит, листья еще не распустились, но уже пытаются. Чуть-чуть зелененькие, если камера возьмет. Вот иду по такому болоту, здесь вообще не будто сухостой или осень, поздняя-поздняя. Ни одного листочка еще, ну так, маленький-маленький. Кстати, многие спрашивают меня, могу ли я ходить в лес один, так как я большей частью хожу один все время. Вот, и с ночевкой один. Тут же медведи ходят. Ну как, боюсь я до той поры, как лес не зайду. Допустим, вечером ложусь спать, все переживаю. Потом утром идти не идти. Но как только захожу, как-то страх пропадает. Реально не страшно. Медведи, ничего, медведи, конечно. Страшно, но страха нет вообще никого. Вот тут сережки, знаете, березовые, по-моему, валяются. Да, обсыпано. Так, извиняюсь. Моя цель вон через те сопки пройти. Там будет небольшое пологое место. Потом вниз и там поставить фотоловушки. Фотоловушку. Я одну не могу найти никак. Куда она делась? Странно. Вот. Надо ее поставить, так как я уже в понедельник уезжаю. А, красота. Птички поют. Воздух. Вон там какая-то птичка летает. Вот. И мне надо поставить и уехать. Через полтора месяца я за ней приду. Кстати, в том месте, куда я ставлю, попадались в разное время на фотоловушку. Лось попадался, серые журавли. Ну и всякая такая мелочь. Вороны, лисы. То, что уже не особо интересно. А вот хочу росомаху заснять. Они здесь, кстати, мне кажется, они есть. Уже я видел помет росомахи один раз. И кто-то видел здесь по рассказам след медведя. Ну, я не знаю, подозреваю, что это, скорее всего, след росомахи. Ну, мне так кажется. Я не знаю, я никогда не видел след росомахи и след медведя вживую. Именно так, что идешь в лесу. Я сейчас всматриваюсь. Сейчас еще, когда пойду по снегу, если они здесь есть, там снега много, если медведи и росомахи, то след наверняка увижу. Хотелось бы, конечно, не встретить след медведя, чтобы их здесь не было. Мне очень это приятно с ними встречаться. Вот, к примеру, лосиный помет. Кстати, свежий. Ну, да, кстати, реально свежий, не засохший. Значит, здесь лоси еще ходят. Никогда не находил здесь, вообще нигде не находил лосиные рога. Кстати, это не вроде в это время их сбрасывают. Но очень хотелось бы найти, чтобы целенькие были. О, прошлогодняя волнушка. Сейчас покажу. Нет автофокусировки, к сожалению, там фотоаппарат. Если у меня фотоаппарат, не на видеокамеру. Там еще засохшая волнушка. Так, вот здесь самое неприятное место. Надо будет пройти. Ох, ничего себе, тут столько волнушек прошлогодних. Птички поют. Кстати, хожу в этих местах. Я где-то, ну, не знаю, очень много лет. В радиусе километров 20 я тут все уже изучил. С мая по сентябрь я обычно все выходные провожу где-нибудь здесь. Птички поют, радуются. Там ручей. Надо будет. Болота здесь такие глубоковатые, кстати. Необычные, северные наши, можно сказать. Тут еще и по колено можно выйти. Так. Сейчас я дойду до ручья. Вот ручеек. Там какая-то птичка маленькая-маленькая. На уровне он еще. Эх, да и очень пугливые. Только увидел, я навожу камеру, сразу улетели. Да, вот ручей. Так, вот еще свежие фекалии лося. Тут раньше в такой вот, когда еще по молодости ходил сюда, я никогда не видел вот лосиных, лосиного помета. Но зато видел зайцев. Да, они совсем немножко другое место. Но зайцы попадались. Почему-то сейчас зайцы куда-то исчезли. Что наконец-то лоси, что ли, пришли. Все, надо переходить в болото. Ручеек.